На прошлой неделе у посольства США в Ла-Пасе сработало взрывное устройство. Двое морпехов ранены, также пострадал прохожий. Спустя два дня источник ЦРУ в Центральной Боливии прислал нам эти фотографии. Наши аналитики опознали человека на фото. Это агент Рикардо Рики Сандоваль. Мой друг. Сандоваль 6 лет занимался местными производителями кокаина. Мы считаем, что Сандоваль был целью этого взрыва. Что не смогла сделать бомбу у посольства, они довершили лично и с пристрастием. Сандоваля схватили, пытали и убили. Затем тело выбросили. Нам нужно его забрать. Наша цель – группа, ответственная за взрыв у посольства и смерть спецагента Сандоваля. Это наркосиндикат, который называется «Картель Санта-Бланка». Вчера это были наркоторговцы. Сегодня они наркотеррористы. Правительство противостояло мексиканскому картелю. Сформировали единство, боливийский отряд спецназа. Но все пошло не так. Затем были тысячи убитых. Политики, военные, журналисты оказались под угрозой. Боливийское правительство вырыло себе могилу. Новому президенту пришлось заключить сделку с Санта-Бланкой. Вы перестаете убивать наших, а мы не вмешиваемся. Санта-Бланка превратила Боливию в центр южноамериканской наркоторговли. С помощью друзей в Мексике они проложили канал США и Канаду. Санта-Бланку надо уничтожать по частям. Это единственный способ. Операция за операцией, пока не доберетесь до главаря. Производство. Контрабанда. Безопасность и влияние. На вершине босс-босс. Это самая большая шишка. Мечтать. Всем привет, дорогие друзья. С вами Бензинович. Или просто Васильич. И мы смотрим ЗБТ. Там Classy Ghost Recon Wildlands. Посмотрим. Открыли сервера, не открыли. 2 часа по московскому времени. Ну, то бишь 14:00. Должно уже все работать. Так, ну это понятно. Добро пожаловать. Угу. Оценить качество. Так, ага, ну вот, да. Уже гамма-коррекция. Ну, давай, так, оставим. Так. Тут то же самое. Так, наверное, сделать. Блин, только что заставку. Давай, пропускаем. Только что она была. Как бы нам не нужна. Посмотрим, что же это за игрушка такая. Ghost Recon. Как все мои подписчики канала знают, что я уже как год зависаю в Division, так что есть чем сравнить. Самый минус — это то, что здесь нету PvP. Вот это минус, конечно. Но может быть, как Watch Dogs будет. Так, ну... С чего начать? Это создание, конечно, персонажа. Давайте выберем пол. Женский. Конечно же, женский пол. Я выберу. Потому что я всегда играю за женского персонажа, если вид от третьего лица. Если есть как таковой выбор. Давайте посмотрим мужской и женский. Блядь, непонятно. Вот. Вот, да. Вот мужской. Ну... По бетке судить, по графике навряд ли что-то нужно. Бородач, бородач, борода. Ну, похож на Женьку. На бэтбича. Такой гламурный мужик борода. Так, ну я возьму женского персонажа, так как с видом от третьего лица мне нравится женский персонаж, если, как я повторюсь, если есть таковой выбор. Потому что мне более актуально смотреть на задницу женского пола, чем на мужского. О! Так, Мёрфи. Лицо Мёрфи, бля.
Давай с самого начала, блядь. Где первый у нас? Ой, ёб твою. Ой, ёб твою. Нет, ну за черную леди я не буду играть. Может, я... Блядь, ну вообще. Не, ну здесь вот посимпатичнее будут. Не сказал бы, что вот это симпатичнее, но... Ебать. Ну, по-моему... Вот это так такая брутальная дама. О, нифига себе. Старушка, мать. Спарки, блядь. Ёб твою мать, эти чувства, блядь. Да, блядь. О, нифига себе. На мексиканочку похоже. Блядь, это вообще какие-то бабки одни, ёптать. Блядь, я даже не знаю, что взять, ёпта. Блядь. Блядь. Я не знаю, ну, блядь. Уже, вот заметили, уже бетка уже переведена. Ну, практически все полностью игра скачана. Практически. На 70% скачана полностью. Вот, наверное, я возьму эту все-таки вот. Келлер. Так. Выбрано. Так. Цвет глаз, блядь. Нахуй это глаз. Кто мне будет в глаза заглядывать, я понять не могу. Ну ладно, не будем доебываться. Светло-карие. Карие. Голубые. Ебать. Голубые тебе явно не идут, детка. Серые, зеленые, блядь. Ёб твою мать. Давайте зеленую сделаем, что ли. Хотя что-то она, блядь. Ладно, насрать. Простите, я хотел бороду ей сделать. Почему нельзя сделать бороду? Будет бородатая леди, блядь. Так, волосы. Бритая голова, блядь. Ёб твою. Нихуя. Нет, блядь. Нет, здесь посимпатичнее, как бы, девушки. Вот. Нет, у меня, блядь, дивижн с хвостом баба есть. Выбрать стороны, блядь. О, нихуя себе, выбрать стороны. Выбритые, выбритые. Нет, ну какой-то мужик, блядь. Какая секси телочка. Ирокез. People, зацени мой ирокез. Бля, прикольно. Косички. Ага. И все. Ебать, да. Чуть не... Блядь, хвост, что ли, опять брать? Не. Ирокез, блядь. Ёба, блядь, да тут вообще ничего брать. Блядь, сука. Давай такую возьму я. Будет такая тёлка из порно фильма, блядь. Черные. Не, ну черные, блядь, нахер. Светлые. О, вообще классно. Рыжие. Назови меня. Рыжие. Рыжие возьмем. Черты лица. Порез отбиты. А бритвы, блядь, биты. Ёб твою мать. Порез от бритвы, блядь. Глубокий порез. Ну, блядь, ну, нахер эти шрамы? Шрам, блядь, на глазу. О, блядь, ну это нормально еще такое. Ёб твою, меня кто-то убил. Ожог. Не, вот, наверное, я возьму шрам на глазу. А, ну все. Внешний вид. Параметры тела. Раскраска лица. Ёб твою сукаш. Да. Так, секунда. Ёб твою. Так, секунду. Оставим пока девушку. Девушку оставим пока, блядь, в покое. Команду, ёпта. Блять. Блять, я не знаю. Давайте все будем использовать. Сделай команда. Вспомним фильм, который главной роли снимался Арнольд Шварценеггер. Это фильм «Командо», где он был раскрашен. Кстати, сегодня вечером я смотрел фильм русский. Пародия на «Команда». Ну, блять, у нас все время все воруют, блять. Татуировки на руке. Вот это вот Святая Мария.
Ух ты, ебать. Мне кажется, что у нее текстура на руках как-то вот тут растянута возле предплечья, блядь. Как-то, блядь, Святая Мария. Ну, татуху, у нее такая брутальная панк-девушка. Значит, надо и татухи. Ну, татухи какие-то стрёмные, блядь. Что такое, блядь, ебать? Сапер. Блядь. Да. Рукав умри. Блядь. Хер знает. Возьму такую. На левой руке. Флаг и орел. Не, ну уж флаг и орел я не буду. Я же, блядь, все-таки в России живу. Химера. Боевой крест, блядь. Моя семья, блядь. Твою мать. О, призрачный череп. Вот такой возьму. Ну, одежда. Бля. Футболка. Бля, ну тут, ребята, выбор. Давайте. Блять. Выбор тут очень, блядь. Я бы сказал, блядь, слишком дохренища. Смотрите, сколько тут всех раскрасок. Это пиздец, блядь. Можно надеть белую футболку, блядь. Ёб твою мать. Дорогой ты мой Ubisoft, зачем же вы в Ubisoft Club еще предлагаете на выбор каких-то эксклюзивных футболки? Здесь вообще это просто, блядь, жесть. Это, блядь, я хуй знает, в чё одеться. Топы. Можно топ одеть. Будет, блядь, топ. Блядь, где сиськи, блядь? Покажите мне сиськи, ёптать. Рубашка для костюма. Рубашка пола. Блять, это... Это просто толстовка. Вау. Куртка. Блять, этот Ubisoft, они постоянно, блять... У них они постоянно любители шмоток, что ли, я не знаю. Вот, наверное, такую. Похожая на солдата Джейн. Фильм такой был раньше, солдат Джейн. Если мне не изменяет память. Ебать. Вон у Пуэрто. Тут-тут-тут-тун. Блядь, рубаха такая, блядь. Не знаю, что, блядь, выбрать-то, ёпта. А, возьму такую, похер. Жилет, блядь. Ёб твою. Разгрузка моли какая-то. Разгрузка, блядь, а что титьки-то, блядь, где? Покажите мне титьки. Ёбаный в рот. Тяжелый бронежилет. Вообще нету, блядь. Только нахуй мне жилет-то? Ну-ка, можно титьки? Ти, блядь, титик-то, блядь, нету. И топы стрёмные, блядь. Ладно. Жилет сейчас возьмем. Наверное, вот этот вот. Только, блядь, это мне надо раскрасочку. Хочу раскрасочку, наверное, я. Вот это вот мне прикалывает. Какая-то такая она. Так. Брюки. Блядь. Брюки, брюки. Чё, блядь, таких обтягивающихся нету, блядь. Брюки меняются на коленники. Ебать, джинсы. А, это боевые эти. Какой-то, блядь, не военный получается. Хрен с горы, блядь. К.
карго. У них везде эти карго, бля. Ну, блядь. Что я могу сказать, блядь? Во всех играх одно и то же, блядь. Это что, блядь, такое? Ёб твою мать. Это что, блядь? Маск, халат, блядь, полосы, ёптать. Какой маск, халат, листья, ёб твою. Это можно, блядь, ложиться, короче, вот так, да? В траву тебя хуй увидит. Нет, ну ладно, блядь. Бля, это сейчас мы тут долго будем, это. Не, ну интересно же все посмотреть досконально, а не как так взять там, а все, фу, поехали, погнали, блядь, там, полетели, блядь. Надо все, все. Надо поглядеть полностью все. Может кто-то там и лучше, блядь, сделает стрим, но, блядь, я хочу посмотреть полностью все. Это что такое? Во, мне это нравится, хуйня. Обувь давай. Блядь, блядь, туристический... Ебать твоего коня. Туристические ботинки. Военные. Да какая хер разница, в каких ботинках. Пусть будет черные. Масс-халаты нету. Компакт. Ёб твою. Ну да, это в принципе сетка. Кому... Это если за снайпера играешь, лесник. Ёб твою мать. Нихуя, детка, да ты... Да ты пиздец. Я не знаю, что выбрать-то, блядь. Не, не буду ничего, никаких маскалатов. Аксессуары. Че меня? А, блядь, Чичи. Блядь, ёпта. Билли, помнишь меня? Это я. Где наш... Сука, где наш попугай Билли? Ты предал нас, Билли. Ёб твоё. Да. Блядь, я хуй знаю, блядь. Ну нахуй я столько очков, блядь. Очки пилота, конечно, заблокированы. Ой, пардонтис. Ладно. Не, не надо мне очки никаких. Не хочу я. Маски. Вот ма... Ух ты, ёпта, во, масочки есть даже. Прикольно. Ха-ха. Ну да, Watch Dogs, ёпта. Про... Ёп твою душу. А вообще зачем нужен противогаз? Нихера себе. Ну вообще это убожество, блядь. Ну я девочку создал не для того, чтобы... Вот, вот. Да, вот на шею можно. Давай-ка вот. Вот и сюда повесим. Нормально. Головные уборы. Ёб твою мать, нихуя. Так. Ебать. Билли, ты узнал меня? Где там, блядь, было? Сука, блядь. Да. Да. Столько всякой хренотни. Блядь, бежит. А где волосы, ёбаные, блядь? Почему волосы не пропадают, и она лысая становится сзади? Со всех сторон к тому же, блядь. Ну это, блядь, дорогой Ubisoft, блядь. Ну, чё, зачем это шапки, блядь? Она лысая. О, нет, тут торчат из-под шапки. Ну, хоть что-то сделали. Где наш попугай, Билли? Я не знаю. Я его продал. Блядь. Пиздец. Я буду брутальной тёлкой, короче, нахуй. Гарнитура наушники. Так. О. Седьмой. Как слышишь? Прием. Это я, Лопух. Профессор Лопух. Ёб твою. Гарнитура еще. Блядь, это поприкольно, наверное, будет. А, это которые давали-то, это фигня какая-то, вот это прикольно будет. Вот. А, подожди, блядь, какое... Не, давай темненькую возьмем. Во. Билли, я расколол. Перчатки.
Перчи тоже надо, наверное. О, да, с перчатками прикольно будет. Так. О. О, без пальцев. Возьмем. Рюкзаки. Так, блядь. Ёпта. Чё у него положить-то можно, блядь? Дрон. А, тут рюкзаки, не понял, что такое рюкзаки дронов. А, там типа дроник там. Блять, ёпты, стандартный. Ёбаный в рот. А, ребята, это, блядь, это, блядь, жуть. Блядь, пиздец это. Давай я возьму дрон. Так, хочу покрасить его какой-нибудь светом. Да, расцветок, конечно, тут до хрена, блядь. Блядь, да что такое? Даже не знаю, что, блядь, сделать. Уже полчаса мозги его. Ну а чё? Так. Надо, блядь, пак. А возьмем тоже этот. Нашивки. Нашишки, ебать. Что, на жопе нашивка, ёпта. А. Блядь, животные марки, блядь. Ты нахрен ты нашивка, я понять не могу. Чего, блядь, это? Флаги. Ну, бля. Из всех флагов, блядь, все американские, блядь. Нахрен это нашивка, я понять не могу. Разные, блядь. Так. Давай вот, черепок. Специальные экипировки, блядь. Ну это... Блядь, в комплект. Чё... О, ебать, не-не-не-не. А, тут вот. Это уже подготовлено, как бы, ебать. Билли, сынок. Ёб твою мать. Не, не надо мне. Чё, сохраняем... Во, блядь, я думал, блядь, опять всё. Сохраняем персонажа вперед. После этого шага пол и физический характер персонажа нельзя будет изменить. Продолжить, да-да-да. Так, сложность. Новобранец, ветеран, элита, призрак. Высшая степень сложности только для лучших игроков. Я не знаю. Чё кланяйся-то, ёпта, дура, блядь. Блядь, я не знаю. Новобранец, ветеран. Чё кланяйся-то, дебилка? Давайте запустим ветеран, я не знаю. Просто... Я думаю, что это... Так... Угу. Так, ну ладно. Давай, ветеран, посмотрим, что представляет из себя игра. Все-таки. Ну так, выбор очень интересен. Так, извиняюсь. Выбор интересен, конечно, вот этого всего. Ну, блядь, опять тряпок этих дохера. Нахрен эти тряпки нужны, блядь. Ну да, так, конечно, интересно, что из вещей можно что-то выбрать. Но посмотрим. Вообще. Ну, оценим графику немножко бетки. Посмотрим размеры бета-карты. Ну, я не знаю, все посмотрим, все попробуем.
Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Paris. Ubisoft Paris. Франсуа. Что-то блестящее. Вот этот вот блеск, конечно, да. У них зря оставили это такое. Убитый агент. Ты знал его? Он был мой друг. Что-то за звуком. Сочувствую тебе. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Ну да, это что, бетка. Посмотрим по графике. Ну, на бетке. Запомните, ребята, на бетте даже может быть графика лучше, чем в оригинале. В оригинале могут потом порезать. Как бы бетку сделать красивую. В эти 20 гигов запихнуть там две миссии, небольшой кусок карты. Сделают графику навороченную. А когда вы скачаете уже полностью, графику урежут и... Да, со звуком что-то. Субтитров что-то нету, хотя я вставил. Как жаба. Ну да, как Division, блядь. Ствол, Bullfrog. Я слышала, ребята. Я начинала службу в Москве, когда провалился путч. Говорили вы к этому причастны? Давайте послушаем, потом продолжим. Не часто встретишь живую легенду. Расскажи, это моему сынуле. Может, начнет служить меня ему сын. Трудно быть тем, кого официально не существует. Думаешь, Карен Боуман из гуманитарной миссии? Ты наверное... Наверняка знаешь, что обезбашенные люди могут сделать с другими, когда уверены в безнаказанности. Ну, вот что я скажу. Неважно, насколько бесчувственности в тебе прибавилось, но мечтать тебе пора. Его религиозность сродни наваждению. Он дал обеты бедности и целомудрия. Если он занимается этим не ради денег или девочек, то ради власти. Вот в группу входят сотрудники ЦРУ и других ведомств. Я командую операцией. Официальное название ЦРУ так вкладывают о вооруженных отрядах местных. Это группа повстанцев. Они оказывают сопротивление как Единству, так и Санта-Бланке. С их лидером мы встречаемся после высадки. Боливийцы нас ненавидят, но будем надеяться, что враг моего врага окажется другом. Только не поворачивайтесь к нему. Это Сандоваль рассчитывал. Погиб всего один Янки, а нам прислали горстку солдат. От пуль Санта-Бланки погибли сотни боливийцев. Зачем они? Откуда мне взять сотни других? Никаких американцев здесь нет, забыли? Сделали. Дождя не идет, что им блестит кожа? Это зря они. Блеск кожи это сделали. С ними сотни бойцов вам не нужны. Вам знакомо слово «горды»? Как маслом измазанный. Знакомьтесь, Пак Катари, командир группы сопротивления «Катарис-26». Мы будем вместе разрушать организацию Санта-Бланка. Они уже 6 лет воюют с Санта-Бланкой и продажными чиновниками. Скоординируем задачи. Везде блестит. Все. Мы установили, где находится Амару. Амару? Нашли его? Амару – один из основателей Катарис-26. Даже более того. Наша группа основана на его идее. Без его учения об аграрном пролетариате не было бы организованного сопротивления Санта-Бланке и коррупции в правительстве. Амару нужно спасти. Поможете моим людям, и тогда завоюете мое доверие. Где он? Точно неизвестно. Мы знаем, что он в этой провинции, и есть человек в Санта-Бланке, который в курсе, где именно. Я свяжусь с центром. Может, они подбросят нам информацию?
Начинайте поиски этого лейтенанта и сообщайте мне обо всем через спутник. Удачи. Спасти Амару для нас очень важно, Янки. Постарайтесь не убить этого парня из Санта-Бланки, прежде чем сможете его допросить. Янки. Ну чё, посмотрим. Да. В графике-то я уже смотрю. Туда на бетке тоже что-то. Гостракан. Ну, понятно это. Ждали мы его очень долго. Так. Ну чё, блин. Призраки используют пункт сбора. Новое задание. Мидас. Бля, ну... Это в честь тебя, что ли? Ага, блядь. Так, надо все тут отыщить. Так, я сейчас попробую поставить субтитры. Настройки. Аудио. Так. Ну ладно, что. Я не знаю, там общая громкость немного сбавить. Мизинович. Два извещения, понятно. Так. Не знаю, как-то будет шумно. Музыку вообще. На полтишок поставлю. Так. Голоса. Микрофон включен. Голоса отряда. На 80 наверное, поставлю. Громкость голоса. Звуковые эффекты. Вот звуковые эффекты тоже надо немножко сбавить, наверное. На 90 поставлю. Так, сохранить, да. Так, угу. Видео, дисплей, управление, игра. Обучение надо включить. Мушка. Прицел. Можно над плечом. Над мушкой. Давайте попробуем на плечом. Рекомендации. Карта. Так. Так. Ориентация карты. Камера, что такое? Когда ваше оружие в кобуре, камера перенастраивается при движении. Че такое, бля? Применим. Так. А где же управление? Так, карта. Угу. Дрон, бинокль. Так, блин. Почему-то субтитры. Где субтитры-то, бля? Дисплей. Имена членов команды. Включить. Так, экран опыта. Включим. Напоминание о командах. Так. Так, боеприпас тут все включено. Так, применим. Блин, а почему-то субтитров нету. Хотя. Субтитры я включал. Интересно. Блять, я не могу найти субтитры. Угу. Обучение, сложность, настройки. Продолжить. Так. Блин, ну что тут? А, вот, да, здесь можно так. О, так, чувствительность камеры у меня. Ну, это вообще. Можно так. Так, нет, давайте я сделаю от первого лица. Включить режим прицеливания. Все оружие. Блять. Мушка. Все оружие. Так. Да, я хотел же еще это сделать. Сейчас настрою чувствительность.
Управление. Мне надо чувствительность прицеливания. Поставлено 70. Мертвая зона. Мертвая зона. Обзор. Авто. Чувствительность дрона. Да, вот на 50. На 50, наверное, поставлю. Чувствительность обзора. 70. Автоприцеливание есть тоже. Так. Так, надо. Ну вот, более-менее. Присесть, встать. Сели, встали. Сели, встали. Держите для присоединения к оперативной игре. Не-не, не хочу я подбор игроков. А, блин. Блин. Кому-то присоединился. Так. Вообще, блядь, какая-то... Не отменить нельзя, блядь, присоединиться. Они там бегают. Ух ты, бля. Бинокуляр. Машинки там ездят. Пинг. Так. А как выйти-то, блин? Я не хочу с ними играть. Кусок карты вот нам дали. Так. Угу. Комплекты. Автомат. Так, все закрыто. Ну, это под уровнем, походу. Да, стволов, конечно, тут. Прикольно. Блин, как выйти-то, блин? Ай, блин. Вижу цель. Вперед. Так, понятно.
Это дрон, да? Понятно, да. Блять, как выйти-то из них? Отрабатывать зарплату, надевайте игровые лица. Можно достичь лишь тирании. Тогда, когда их уравняют насильно. Машина поломалась, Да. Как, блядь, их... Я уйду отсюда. Либо с ответами, либо с твоими ушами. Выбирай. А как она говорит? Я расскажу, расскажу! Есть координаты радиостанции повстанцев. Находим и включаем ее. Во. Угу. Да, блин, как выйти из них? Осколочная. Ой. Ну-ка, машина. Осколочная, получай. Колеса не взрываются. Бля, как выйти-то? Игру закрываешь и выходишь. Да? Блин. Да. Херово. Да. Так, посмотрим сейчас. О, все вроде. Свалили все. Бля, как хреново сделано. Так. Ну вот, сейчас посмотрим тогда. Не будем держать для кооператива. Так, поглядим. Что у нас можно поглядеть? Ну да. По графике так. По графике вообще какая-то. Да. Если. Да не хочу я присоединяться никому, блин. Надо поглядеть самим. Так, ладно. Ну чё, поехали, ребята. Держитесь, я поведу. Давай, залезайте. Отыщите лейтенанта. Ну, по графике, да, конечно. По графике здесь... Так. Ну,
и грабили. Блядь! Ёб твою! Сквозь все деревья пролетает. Это, короче, пипец полный. Да. Надо было ехать, конечно, по дороге. Не-не-не-не-не! Там дорога была. Во-во-во-во! Бля, ну, более-менее тут заезжает. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Мосты там даже нарисованы. Машины. Так. Чё такой голос был похож на лысого? Так, лады. Блядь, вообще тут машина вообще может развалиться. А будем мы вообще все испытывать. Да. Машинку-то всю развалил. Ну, видно, вон грязь на ней. Да я, по-моему, покер. Ебать, что такое? Бревно, ёпта. Готовы? Огонь, огонь, огонь! А, нифига прикольно. Ручной тормоз, выход. Свет. Радио. Что-то ручной тормоз не работает. Это вообще жесть. Ты погляди, это полный. Она взорвется как-то? Нет, просто хочу, чтобы она взорвалась. Походу, она никогда не взорвется. Ёб твою. Откуда свет идет, я понять не могу. Блять, это пиздец. Так. Ну-ка подвинься, блядь. Так, ручник работает. Ебал отсюда. Батя едет, ёпта. Ну, выравнивается вроде, более-менее. О, задымилось. Опыт прибавили. Я не хочу напугать объект. Прикрутите глушители. Блядь. А где этот объект-то? Разведка. Обучение. Так, дрон, уйон. Вижу цель. Вперед. Так. Ну, Watch Dogs. Все как Watch Dogs. Эй, здесь боец картеля. Внутри сторожевой вышки.
Батарейки. Тут боевик с ПП. Рядом с ящиком с рациями. Так, у меня глушак-то надет, одет. Сейчас мы его. Да, графика, конечно, тут вообще хромает. Враг уничтожен. Да. Растревожили осиное гнездо. А что, надо убить его? Ёб твою мать! Вообще тут чё? Знаю, правильно, цель уничтожена, бля. Вообще чё тут? Какой-то вообще геморрой в прицеливании. Бля. Нет, надо всё-таки до третьего лица поставить. Чё-то вообще как-то, бля... Надо привыкнуть. Год играть Division. Так. Блять, это все. Дрон в воздухе. В квадрате противник. Будьте начеку. Так, надо поменять, попробовать. Или все-таки оставить так. Сейчас на стол. Так, давайте обучение посмотрим. Так. Угу. Ну, чтобы не спалили. Его больше нет. Так, нормально. Один готов. СМГ. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Есть еще одна цель. Этот готов. Здесь футбол играю, даже не спалил меня. Цель ликвидирована. Бочку можно взорвать. Чё применить? Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Так, значит, его надо схватить. Так, давай дрончика запустим. А вот и третий. Тихо, тихо, ребятки. Цель уничтожена. Конечно, лучше бы ночью. Вон он, блядь, ходит. Golpe y todo.
Ricardo Sadra bien. Pinche cabrón. Espérate, cabrón, espérate. Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Тебе ясно? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Козел. Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Тут у нам меня нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у повстанцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком много от этого зависит. Идем. УФ-19. Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Этот готов. А, видали, того сбили. Офигеть. Фига, я закидываю ее. Так, надо спилить какую-нибудь технику. Поехали, парни. Народ, пристегнись. Два километра, блин, почти ехать. Ну залезай, ёпта, кто. Я в машине, поехали. Блять, это пиздец. Это полная жесть. Ну ладно, чё. Опа. Речка. Посмотрели хода. Огонь! Принято. Повылезали. Блять, это пипец. Полный пипец, блядь. Блядь. Что валяется такое? Хлам какой-то, блядь. Что, блядь, за это, блядь? Давай, пошли быстрее. Я тормоза, сука. Так.
Ёб твою, сука. Душу за ногу, блядь. Это что это, блядь, такое-то, на? Вообще полный пиздос. Приготовиться. Огонь. Точно. Открыть огонь. Его больше нет. Моя, блядь, моя прелесть. Здесь все чисто. Ух, пулемет, нихера себе. Возьмем пулеметик. Ха-ха, прикольно, блядь. Так, припасы пометим. Черт, у нас гости. Огонь по мудакам. Веду огонь по мудакам. У меня все чисто. Так, тут что еще за? А еще припас. Продукты, какое-то выживание тут. Так, ну что, ко мне. Поехали. Ну-ка, ты говноед. Сука, хотел сбить его, бля. Ёб твою. Хуяна разгоняется, бля. Бам, бля. Машину надо уничтожить. Ха-ха, блядь. Галимый Watch Dogs. На нахуй. Графика, конечно. Ну это бета. Подходим к ферме Атойо. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийца провалится еще до начала. Ну пошли. Обучение. Глушитель. Установить, снять. Понятно. Дрон в полете. Чё, блядь, написано же установить глушитель был. Чё, хмуль. МБ-5. Тут один боевик. Рядом с вертолетом. Так, ребятки, я вас вижу. Еще один, это пятый. А, блядь! Тихо, я уже иду. Он еще подымать могут, да. Сейчас тебя грохнул, блядь. Противник убил. Где вы шлялись? Сейчас. Круто. Это мне пригодится. Цель уничтожена.
Что за комплект? Понятно тут. Ладно, потом. Вижу цель. Рядом местный. Полный бардак. Quiero pensar que esta pesadilla va a terminar. Ого, хоть сумки взрываются. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Пошли на вертушку. Здесь плохие парни. Вертолеты. Полетели, бля. Так, сейчас максимально поднимемся, посмотрим. Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Так, Пак Атари заключил сделку с проклятыми Янки. Молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор. Быстрый разворот. Чё, бля, я опускаюсь, это... Чё за фигня-то, бля? Сейчас максимально поднимемся. Он больше не поднимается никуда. А нет, поднимается. Ладно. Полетим доносчика вести. Так. Сейчас чмошника привезем, блядь. Что это за сарай, блядь? Чё, блядь, где вертолёт-то, блядь? Как он, блядь, непонятный? Говноед! Давай, пошёл. Эвакуируем все. Ну, что я могу сказать? Ты ранен? Что-то как-то мне не возбудила игра на первых минутах. Ничего нового я не увидел. Которые вели эти дьяволы. Не знаю. Но вот методы допроса. Может, онлайн получше будет? Это были Юрий и Полито? Да, Юрий и Полито. Эти ублюдки пытали Сандоваля, когда мечтатель его допрашивал. Я хочу найти их. Когда освободили Амару, видели только простых бандитов.
Но я не видел Юрия и Полита вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Надо узнать больше. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Поройтесь в компьютерах, опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Будем искать везде. Будем искать везде. А если бы я другую бабу выбрал, персонажа? Там Кита Янку, она тоже бы таким голосом говорила? Файл Боуман о Юрии Полита. Взять снаряжение. Это сводка по Юрии Полита. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боуман об их иерархии. За безопасность отвечает некто Кирпич. Телохранитель и друг детства мечтатель. Так, навыки. Оружие навыка, дрон навыка. Так, стабильный прицел. Стрельба от бедра. Понятно. Парашют. Мина. Тут моя граната. Парашютик возьму. Да хрен его взять. Понятно. Так, новое снаряжение. Винтовка. Интересно очень. Написано же, нельзя изменить персонажа будет. Да. Редактируюсь. Детали, так. Детали. Прицел. Ну, прицел пока один. Насадка, глушитель, понятно, раскраски, чайные раскраски. Так. МП5. Так. Детали, прицел.
вообще какие-то раскраски непонятные. Чума, младший брат кирпича, злобный говнюк. Крайне активен соц. Видео посмотрим. В ту ночь, когда погиб агент Рики Сандоваль, в комнате было 4 человека. Мечтатель, глава картеля Санта-Бланка, Рики и еще двое, Юрий и Полито. Юрий и Полита встретились в больнице, в Чьяпасе. Полита был в интернатуре, а Юрий была медсестрой. Любовь с первого взгляда. Они больше не разлучались. Трех головорезов в картеле. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один – Юрий и Полита. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Так. Пошли вон. Нахрен. Я их там оставил. Они все равно приехали. Все равно придурки тут сидят. А зачем такое? Не понял. А, это я сменил сиденье и все. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Стреляем. Нам одна линия по Катаре. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Хола, компадре. У меня проблема в Итаква. А Боуман говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия и Полита подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катаре. Просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Да что, блядь, с управлением вертолета дляво? Ты боком летит, блядь. Блядь. Левый вертолет, блядь, убит в бою. Че-то как-то она вообще меня не возбудила, эта игра. Какая-то вообще хрен поймешь. Мне кажется, чушь какая-то. Хрен поймешь. Какой-то Far Cry. Да. Знаю, что там интересного. Че, вертушка вообще как-то летает, хрен пойми. Ну да, это бетка. Ну-ка, NPC, могу я убить? Куда стрелять? Это был штатский. Да похуй! Ха-ха! Был! Да сплыл, ёпта! Штатский.
Дебил, бля. А что я беспредельничать тут буду, бля? Поехали. А что никого тут нету? Ну-ка, в воду, бля, сейчас сиганем. Давай. Давай, блядь. Я! Что, не плавай? Поплыли. Ну, как говорится... Эй, единство уже рядом. Это все, что да? Ну да. Скрытое плавание, пиздец. Норма. Это как был штатский. Стоять! Да пошел ты нахуй! Сопротивление бесполезно, бля. Враги совсем рядом. Да? Ёб твою, сука. Я в машине, поехали. Да поехали. Самолетом. Блядь. Сука. Ебая, блядь. Чё, они как залазит, нет? Где залезть это, блядь? Чё на... Ага. Блядь. Как залезть-то, блядь? Сука. Эй, здесь боец картеля. У контейнера. Да и похуй на него, на этого бойца картеля, блядь. Давай, валим всех, короче. Валим всех. Чёрт, прячься! Убили меня опять. Да, короче. Не возбудила игра. Не затронула ни грамма частички моего игрового процессора, блять, в голове. Скучно. Какая-то лажа. Все, ладно. Хрень полная. Попробуем с друзьями поиграть вечерком. Может, что-то и будет интересно. Появился один с пистолетами и пулеметами. Ебать, пуля летит. Они знают, что мы здесь. Да нихуя себе, блядь. Цыгане. Глушитель можно одеть, можно тут снять. Тут потянулась еще куча уродов. Да че там куча уродов? Там один какой-то, блядь. Какая-то, блядь, жопа лисы, блядь. Чего тут, блядь, я не знаю. Чё, блядь, а? Куда стреляешь? Да похуям, куда я стреляю? Враги идут не в ту сторону. Нихуя меня. Ладно, короче. Не возбудила меня эта игра. Посмотрим онлайн. Может быть, онлайн не будет. Всем
Пока-пока.